Здравствуйте! В этом видеоуроке установим и запустим программу Adobe Dreamweaver. Перед началом производимых действий у вас должен быть установлен Vine. Откройте терминал. И введите в консоли следующую команду. VineTrix. Через пробел указываем устанавливаемые компоненты, необходимые для запуска Dreamweaver. После завершения ввода нажмите Enter. Из интернета скачаются запрошенные пакеты. Установите их самостоятельно. Запустите установочный файл Adobe Dreamweaver. Для этого в консоли введите команду Vine, пробел и перетащите файл в консоль. Щелкните по консоли левой кнопкой мыши, чтобы она стала активной, после чего нажмите Enter. Введите серийный номер или поставьте галочку напротив пункта «Я хочу установить программу в ознакомительном режиме», после чего нажмите «Далее». Нажмите «Принять». Нажмите «Установить». Некоторые компоненты программы не установились, но это не так страшно. С программой можно работать и без них. Нажмите «Дополнительно» для просмотра ошибок. А затем «Далее» для продолжения. Попробуем запустить Dreamweaver. Программа не запустилась. Чтобы это исправить, нужно узнать, какие еще компоненты требуются программе. Для этого перейдем в каталог с установленной программой.
а затем введем в консоли следующую команду. Wine, пробел, имя программы и нажмем Enter. Программа требует компонент odbc32.dll, чтобы открыть полный список компонентов, которых можно установить, видеть в консоли WineTrix и нажмите Enter. Откроется окно, в котором нужно будет найти компонент, в описании которым присутствует слово odbc32. Благодаря такому способу можно запустить практически любую программу при помощи Wine. После того, как найдете нужный компонент, поставьте галочку напротив него и нажмите ОК. Попробуем еще раз запустить программу. Программа снова требует этот компонент. Значит, был установлен не тот компонент, что нам нужен. Снова открываем WineTrix и внимательно ищем требуемый компонент. Устанавливаем этот компонент. Теперь попробуем запустить Dreamweaver. Программа успешно запущена. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.